Добро пожаловать в механический куб, и перед нами комната номер 3. Стены давят, двери закрыты, и нам никуда не деться. Придется разгадывать очередную головоломку. Чтобы пройти дальше, вы должны решить 3 математические загадки. Вдоль улицы стоят 100 домов. Мастера попросили изготовить номера для всех домов от 1 до 100. Чтобы выполнить заказ, он должен запастись цифрами. Сколько девяток потребуется мастеру? Проведя несложные математические расчеты, я выяснил, что мастеру понадобится 20 девяток. В футбольной команде 11 игроков. Их средний возраст равен 22 годам. Во время матча один из игроков выбыл. При этом средний возраст команды стал равен 21 году. Сколько лет выбывшему игроку? Так, достаем калькулятор. 11 умножить на 22 будет 242. 1 выбыл. 11 минус 1 будет 10. 10 умножить на 21 будет 210. 242 минус 210 будет 32. Ответ 32. На затонувшем пиратском корабле были найдены 6 сундуков с сокровищами. В первых 4 сундуках, кроме всего прочего, оказалось по 60, 30, 20 и 15 золотых монет. Когда почитали монеты в оставшихся 2, кто-то заметил, что число монет в сундуках составляет некую последовательность. Приняв это к сведению, сколько монет в 5 и 6 сундуках? Да, это серьезная задачка. Без карандаша, листочка, калькулятора тут точно не разобраться. Все мои математические исчисления я привел в видео в правом верхнем углу. Так что, если кто-то не знает, как решить, пожалуйста, можете списывать. Не забывай, пиши, красава. Идти направо или налево? Все мужики ходят направо, а мы сходим налево. Войдя в следующую комнату, вы будто бы обретаете новое 6-е чувство, чувство хода времени. И хотя оно было с вами с самого рождения, но время будто бы текло вокруг и сквозь вас. И вы давно перестали замечать его размеренный ход. Но теперь буквально ощущаете, как время движется все быстрее и быстрее, заставляя ваше тело стареть с невероятной скоростью. Взгляд мутнеет, ноги подкашиваются от слабости, и вы падаете на пол иссохшей мумии, так и не успел достичь противоположного конца комнаты. Да, печальная первая концовка. Нельзя шутить со временем. Ну, не будем грустить. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте внизу под видео. Всем желаю удачи и успехов.